Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Это видео из рубрики «Почему я не приеду отдыхать в Коктебель никогда», тем более здесь купаться. Спокойно, что здесь происходит на пляже. Пляж это нудистский, заходить мы далеко не будем, чтобы никого не подснять. Покажу просто, что здесь творится. Посмотрите. Вот это вытекает в море канализация, друзья. Еще из первых моих репортажей это видео было, она тут стекала, приезжали, выкопали какую-то трубу. Трубу выкопали, но до сих пор канализация течет прямо в море, на центре пляжа, чтобы вы понимали. Поэтому делайте свой выбор, куда ехать отдыхать, Коктебель или Судак. Я, конечно, вам рекомендую Судак, Новый Свет. Поэтому, друзья, но не в Коктебель. Это не только здесь канализация течет, она течет по всему пляжу. В ту сторону пройти, там тоже вот на днях прорвало трубу. Просто лилось, там есть много роликов в интернете, загуглите, посмотрите и сделайте правильный выбор для своего отдыха. Не рискуйте, потому что канализация в море, жара, это все инфекция, кишечные палочки, заболевания для ваших детей. Вам оно нужно? Конечно нет, поэтому я Коктебель не рекомендую, сам здесь никак купаться не буду. И вам, друзья, не советую. Вот такой небольшой ролик. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Михаленко. Подписывайтесь на канал. Уже завтра новое видео. Всем пока.